Крещение Господне – один из важнейших христианских праздников. Именно так он и воспринимается в Болгарии. Но называется он здесь Йорданов день, ведь именно в Иордан-реке крестился Спаситель. И отмечается 6 января по ново-юлианскому стилю. В этом видео немного расскажу вам об особенностях празднования Йорданов дня в Арне. Ну и в конце про мои купания в Йорданов ден. Основные ритуалы этого праздника, конечно, связаны с водой, которая считается в этот день наиболее очистительной и наиболее целебной. Эти кадры я записывала в 2016 году. Начало января тогда было холодное, и в этот день даже шел снег с дождем. Варна считается морской столицей Болгарии. Здесь размещаются и основные военно-морские силы. По традиции, впереди праздничного шествия идут музыканты военно-морского оркестра города. За ними священнослужители и морские офицеры, а потом уже граждане города. Начинается празднество с богослужения в храмах. А затем торжественная процессия движется к источникам воды. Если это приморские города, идут, конечно, к морю. В других местностях – к озерам или рекам. А это уже Варна 2019 года. День был солнечный, но прохладный. У воды начинается самый интересный, захватывающий ритуал. Священник бросает крест в воду. И люди прыгают за ним. Задача – найти и достать этот крест. К участию допускаются только мужчины. Считается, что доставшему крест целый год будет сопутствовать удача, везение и благополучие. По обычаю, местные жители награждали такого героя, дарили ему подарки. Сегодня эти функции на себя взяли местные власти. В этом году счастливчиком, нашедшим крест, стал 19-летний парень, ученик русской гимназии имени Пушкина. Сашо, и за мною будили. Да. Я за мною. Jesus Christ, одна из добрых. Ну, раз женщин за крестом не пускают, а искупаться на крещение по русскому обычаю надо, то я просто в море пошла. И лебеди имеют.